наш дракон. Он что, хотел меня убить? Нет, что ты. Если бы он хотел тебя убить, он убил бы. Это он баловался, шутил. Держи. Спасибо. Странные у него шутки. Ну, а мы привыкли, и нам нравится. Бутылок. Он же девушек, с кем шутки? Да, значит, это тоже. Ты что, не слышал про нашего дракона? Он не слышал. Я не здешний. Ну и что? Все обязаны знать нашего дракона. Кто это вам сказал? Дракон. Он еще и разговаривает. Ну, он пасть открыл, значит, говорит, она вот такая, пасть у нее и разговаривает. Он навел порядок. На вашем месте я бы его убил. Спасите!
Будете стрелять? Нет. Почему? Тебя зовут Ланселот. Дорогие сограждане, слово предоставляется бургомистру нашего города. Значит так, дорогие сограждане, слово предоставляется бургомистру нашего города. Ты это уже говорил. Я себя плохо чувствую. Это все знают. Кто все? Народ. А он здесь? Здесь. А бургомистр? Бургомистр — это ты. Чего ж ты меня перебиваешь? Дорогие сограждане, сегодня мы открываем торжества по случаю встречи избранницы дракона, девушки Эльзы и самого... Это самого господина дракона в виде изваяния в масштабе 1:10. Здесь подруг достойнее меня. Разве я могла мечтать об этом дне? Неужели я вижу это не во сне? Я пою, я от счастья слезы лью. Я свою судьбу за все благодарю. И я клянусь, судьба моя, we'll be right back.
А я тебе говорю, что ты сегодня танцевала намного лучше. Слушаюсь, господин дракон. Как прикажете, господин дракон. Ай! Там наш рыбак. Он подобрал раненого человека. Вот. Его зовут Ланселот. Только меня просили об этом не говорить. Пожалуйста, проходите. Ровно 3 минуты. Я навсегда покину ваш город. Извините, господин. Шарлемань, архивариус. Моя дочь Эльза. Избранница дракона. Полюбила дракона? Нет, это не любовь, это наша традиция. Каждый год дракон выбирает себе нашу лучшую девушку, и мы торжественно провожаем ее. Традиция. И вы терпите? Мы привыкли. К дракону можно привыкнуть? Можно. Он очень добр. Что ж он такого доброго сделал? Ну, как вам сказать, он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство, и он избавил нас от цыган. От чего он вас избавил? От цыган. Ну что вы, цыгане очень милые люди. Цыгане? Знаете, это не совсем так. Я, правда, не видел ни одного цыгана в жизни, но помню, как сейчас помню, проходили в школе, что это страшные люди. Они все бродяги, по природе, по крови. Враги любой государственной системы, против системы. И потом вот эта их музыка, она всех раздражает. Вы ее слышали? Я нет, но рассказывают. Это вот их музыка, это страшно. А их песни, вот эти цыганские песни, знаете, вот, они лишены мужественности, а их идеи разрушительны. Они ведь что предлагают? Страшно. Это страшно. Кто же вам все рассказал про цыган? Наш дракон. Умирать не собирается? Нет. Ему всего 400 лет. Тем более пора. Нет, нет, ну что вы, нет, не надо. Вы человек новый, вы многого не понимаете. Пока он здесь, ни один другой дракон нас не осмелится тронуть. Не надо. Единственный способ избавиться от дракона, это иметь своего собственного. А еще раз можно? Про что? Про дракона. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь собственного. Прощайте, господин архивариус. Мы с вами больше никогда не увидимся. Потому что я постоянно странствую. Но вы не цыган? Нет. Вы странствующий рыцарь.
Нет. Мой далекий предок был знаменитым Ланселотом. Вот когда я об этом узнал, я пустился в странствие и начал совершать всяческие несуразности. Пока мне не надоело. Здравствуйте. Нет, быть рыцарем. Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них твердые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора. Рыцарь всегда на распутье дорог. Голова раскалывается. Вы умирали? Три раза. И каждый раз меня пытались убить именно те, кого я спасал. Вы не скажете, кого можно спасти в этом городе? Не знаю. Вы часто шутите? Постоянно. Если начинаю, не могу остановиться. Я ужасно упрям. Я тоже. Упрямая? Да. Я вам понравился? Нет. Понравился. Сэм! Дракон! Быстрее! Пантики! Давай, давай, давай. Да. Господин дракон. Ко мне. К вам. Милости просим. Готовь! Шланг! Может, я не вовремя? Странник. Прохожий зашел на огонек. Не цыган? Нет, не цыган. Очень милый человек. Чего ж тогда не смотришь на меня? Милый человек. Жду, когда влетит дракон. Я дракон. Как же три головы, крылья, огромный хвост. Я сегодня попросту без щенов. Наш господин дракон так давно живет среди людей, что сам иногда превращается в человека и заходит к нам по-человечески, как простой человек. Да, я люблю простых людей, но простых. Шалунья. Ну, плутовка, мордочку повыше. Хорошо танцевал, я видел. Умница. Ну, всем улыбаться. Хорошую девочку воспитали. Молодцы. Ты что, прохожий? Ты что? Любуюсь. Молодец, четко отвечаешь. Любуйся. Зачем приехал? Ты кто? Прохожий.
Выступай. Я не прохожий. Я рыцарь. Ну и я пришел, что. Вызывай тебя на бой, слышь ты, дракон. Ну, как здоровье? Очень. Хорошее. Здоровье сейчас очень хорошее. Жаль. Я вызываю тебя на бой в третий раз. Слышь ты? Звероящер! Кто? Послышалось. Не удивляйтесь, у него три башки, он их меняет, когда пожелает. Почему? Почему, почему? Потому что не человек. Паша и Ланцелот. Да? Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланцелота? Да, это мой дальний родственник, материнской линии. Вызов! Странствующий рыцарь терут цыгане! Вас надо уничтожать! Я готов с вами драться, но у меня пока нет оружия. Дайте мне срок до завтра. Не дам, не дам. На прощание один вопрос. Знаете, какой день я появился на свет? А? Нет? Я сын войны. Что я? Господин дракон, я хотел бы... Пожалуйста, папа. Кровь мертвых гунов течет в моих жилах. Я родился в день страшной битвы! За мной. С тех пор я постоянно меняю друзей, особенно охрану. Ложись! Ежедневно. Mom.
хуже всех. Сударыня, не отвлекайтесь. Я не сударыня. Тем более. Мы еще не обсудили условия поединка. Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время, новое веяние. Да, но мы должны встретиться в честном бою. Ко мне. Стоять. Извините, сейчас, одну минуточку. Вы не можете его убить. Это хранится здесь. Я должен напомнить. Я должен показать. Я вам предан всей душой, но я архивариус. У меня хранится документ, подписанный вами. Это чудесный документ. Возьмите документ. Там всякий, вызвавший вас в безопасности до боя, пишите вы и подтверждаете клятвы. Вот. Ну, слушайте, весь город должен помогать тому, кто вызовет вас. И никто не будет наказан. И это тоже подтверждается клятвой. Это подписано вами 327 лет тому назад. 12 февраля. 12 февраля. Папа всегда говорил, уничтожая силы. Вами съеден исторический документ. Я сейчас, наверное, да. Обязательно, да? Да. Нет, ну я много лет готовился. Эльза, не умоляй меня. Эльза, подожди, сейчас. Прошу слова. Чего? Слово. Шутит! Он шутит! Господин дракон, это явная шутка. Такое нельзя сказать всерьез. Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать? Ну, все-таки, если нельзя протестовать, то хотя бы поспорить. Так, дискуссия у нас тут началась. Придется уничтожать все гнездо. И весь мир узнает, что вы трус. Да? У вас останутся свидетели? Останутся! Всем расскажу, старый ящер! Цыган? Нет. Рыбак. Пойдем в погоню. Ай! Как хорошо-то! Достойный противник. Я буду воевать с вами всерьез. Справедливый. Начнем завтра? Или, может, с понедельника? Ну, давайте с понедельника.
должен предупредить, у меня нервы в ужасном состоянии. Поэтому вам лучше уехать сразу. Я не уеду. Спасибо. Вас не предупреждали, что я болен всеми нервными и психическими заболеваниями. И еще тремя. Неизвестными до сих пор. Нет. Предупреждаю. А я вам не говорил, что дело иметь со мной невозможно? Так мы же первый раз видимся. Памяти уже никакой. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города избираюсь 17 раз подряд пожизненно. Уехать не хотите? Прошу. Сейчас начнется. Что? Каталепсия. А что это такое? Это как шизофрения, но хуже. Дорогой мой, кто вас просит драться с драконом? Как то? Весь город Таня мечтает об этом. Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались. Я никого не вижу. Фельдфебель! Жить хочешь? Так точно, мечтай, ваше превосходительство. Герои не видят людей. Ожидается вчерашнего вечера за углом. Прошу. Вот, все смотрят и осуждают вас. Ну что, осуждаешь? Это... Да вы любого спросить, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал? А то как же, это уж само собой, да. В прошлом году мы, знаешь, ого-го, мы вот. Сами с усами покорили. Все в один не голос, надо, все. А вы? А я не уеду. Не подчинитесь воле народа? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали, сами хотят с вами попрощаться. Да? Да. Где ты там? Это... Поговорите с каждым. Они ждут. Мной остается Эльза, все остальные свободны. Бой назначен на завтра. Тебе приказано проститься с Ланселотом. Проводим его с музыкой. Ты довольна? Конечно. Надеешься, что Ланселот спасет тебя? Нет. А ты? И я нет. Ну, а что дракон велел передать мне? Он велел передать, чтобы ты убила Ланселота. Убила? Да. Вот этим ножом. Очень удобный, потому что тонкий, отравленный. Боли почти нет, все происходит очень быстро и незаметно. Вот здесь кнопочка. Я не хочу. Так. А на это господин дракон велел передать, что... Иначе он прикончит всех твоих друзей и подруг, включая собак и кошек. Конфетти кто будет разбрасывать, дармоеды? Продолжаем репетицию! Что бы ни случилось, у нас всегда праздники, праздники, праздники. Цветы полетели! Скажи, что я постараюсь. Thank you.
Нет, нет. Ну, конечно, он обречен. Конечно. Этот поединок. Все заранее, чем кончится. Ну, не может один человек и такая махина. Конечно, это большое доверие. Нам доверие. Понимаешь? Именно нам, именно доверие. Угу. Ну, а что это? Я тебе скажу, это укол, отравленный иголкой. Это почти мгновенная смерть. Это... Господи, что я такое говорю? Я ученый, историк. И вдруг такое иногда. Такое плету. Но с другой стороны, понимаешь, он не будет мучиться. А то когти дракона, понимаешь? Хорошо, папа. Если ты этого так хочешь, я убью его. Без истерик! Сделает, сделает. Конечно, еще волнуется. Все-таки в первый раз. Плохо держит бюст. Но сам поцелуй, получается. Ну? Давай, давай. Нормально. Хорошо, 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 хорошо. Держи корпус. Да. Ну. Умница. Хорошо. Все. Ну, сразу дистанцию, руку ниже. Сразу дистанцию, все. Держи корпус. Ну. Ну, что ты, что? Спокойно, что? Спокойно. Эльза, у себя? Конечно. Где же ей еще быть, спит? Ну нельзя сюда ходить, не положено. Есть важная новость, я специально приехал. Если все правильно закончишь с Ланселотом, тебя отпустят в награду, ты поняла? И ты спокойно выйдешь замуж. За тебя? Ты дала согласие. Это было давно. Это было месяц назад. Я забыл. Врешь! Ты слишком добродетельна. Нет, ты не знаешь, какая я. Да знаю, знаю. Этот подонок чувствует девчушек и всегда выбирает самых... многообещающих троглодит, сука, ящерица, маньяк, скотина! Генрих, Генрих, мне кажется, я не смогу убить человека. Ну почему не сможешь? Сможешь, это же цыган. Рыцарь. Это еще хуже. Значит так, если ты окажешься под этим звероящером, на второй день будешь трупом, правильно? Да. Твой отец этого не переживет, согласна? Да. Ты что, не хочешь жить? Я теперь хочу. Все, договорились, будешь жить. Вот здесь подпишется, дескать, то все убил по собственному желанию, без принуждения. И будем жить. Пошла, 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 пошла. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя полюбил. А я? Я тебя люблю.
Я думаю, что мне это не получится. Ну, конечно, трудно. Всем трудно. И тем не менее, люди каждый день убивают друг друга. В истории Земли просто не было дня, чтобы кто-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь не убил. Ma chérie, vous êtes adorable. Пошла, корова! Я тебе объяснял. Люди пока не могут без этого обойтись. Даже дети, они постоянно играют в смерть, ты заметила? Ты обратил внимание на наши игрушки. Мы учим их убивать с детства, а что делать приходится. Ты поняла? Я постараюсь. Умница, старайся. Он не обманет? Что-то он паразит солдафон, поэтому слово свое держит. Он мне обещал. Ну, не бойся меня. Не бойся. Я не боюсь, мне все равно. Умница. Приступ, просил не беспокоить. Безумствует? Да. Шахман! Пошли, коровы! Опять с ума сходишь? Не кричи на папу. У папы не дуг. Качай безумство, у тебя только что от дракона. У него дрожат перепонки. Он нервничает. Кто сказал? Сам видел. Я болен. У меня общая недостаточность. Люди, сограждане, общество. Он какой бред. Возлюбить друг дружку. Уважайте друг дружку. Он куда заносится? Можешь сказать честно, как отец сыну. Что думаешь о предстоящем бое? Ланселот может победить? Ланселот? Стоп, не идиотничать! Без казенных восторгов! Один раз, как отец сыну, искренне. Да или нет? Может победить или не может? Может. Но не дракона. И не в этот раз. И не Ланселот. Я сказал, не идиотничать. И не победить. Ну, прошу тебя, один раз правду. Может или не может? Соберемся с силами. Соберемся, сынок. Сил нам не занимать. Ох, штормит сегодня. Разбушевалась и стихия. Ты меня спрашиваешь, может ли Ланселот победить дракона? Я тебе отвечаю. Отвечаю как сыну искренне. Может, один раз не побояться, собраться силами, взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь? Вот так думают некоторые и ошибаются, потому что нашего дракона победить может только он сам. Он и не таких побеждал, как он. Теперь подумаем, нужно ли ему это? Не хочешь, папа, по-человечески? Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени. Вообще-то, за такой вопрос я тебе должен был плюнуть в глаза. И когда будешь докладывать о нашем собеседовании, скажи, что я в тебя плюнул. Скажу.
Очень хорошо провел весь разговор. Очень, сынок, я горжусь тобой. И не как родитель, а как близкий тебе человек, знаток. Мы не умели так. Я ведь тоже отца закладывал, но письменно. А вы, молодые, сейчас глубже идете, понимаешь, душевно, понимаешь, с разговорами. Какая молодежь у нас. Извини, дела. Ну, чего тебе? Он сейчас придет. Оружие для господина Ланцелота. Запретили видеться со мной? Нет, не запретили. Тогда я рад видеть вас. А я не рада. Можно я постою с вами рядом? Вас здесь убьют. А вас разве не убивают? Нет, меня уже убили. Такую славную барышню? Какое слово чудное. Вы сегодня прекраснее, чем вчера. А вы скажите еще раз. Что? Барышня. Вы действительно мне нравитесь, барышня. Знаете, если я вам действительно нравлюсь, вы бы взяли и похитили меня. Да, верно. Или уговорили бы меня, и потихонечку увезли бы отсюда. Все верно. А вот беда, рыцари ничего не могут потихонечку. Они такие глупые. Все делают открыто и честно. А это здесь никому не нравится, кроме дракона. Конечно, открытый человек – отличная мишень. Неправда. Мне это тоже нравится. Я сегодня молилась. В нашем городе уже давно никто не умеет молиться, потому что не знают, кому. Я теперь знаю. Ваше превосходительство, по вверенным нами вам, и так далее, в городском самоуправлении к поединку все готово. Готово? Так точно.
канаву на улице, на которую вы обратили внимание, закопали. Люди благодарны очень, прямо всей душой. Все говорят, так держать. Оружие для приезжего подобрали? Так точно, ваше превосходительство, щит с мечом. Это что, оружие? Оно. Приезжий пусть останется, остальные вон. Не понял. Пошел вон, дерьмо собачье. Интересное замечание, ваше превосходительство. Будем думать, надеемся, сообща. Им тоже можно рассказать, а то ведь они не знают. Можно. Есть мнение, что вы все, ну, слыхали. В кои-то веки представилась возможность убить хорошего человека, и на тебе, не могли подобрать оружие, ублюдки. Люди? Нет, бездушные твари, я их сам кроил. Душу оставил только бургомистру, и то потому, что он душевно больной, для примера. Вот. Работник. Фридриксон, у тебя есть душа? Нет. Души вообще не бывает. Это вредные выдумки и очень вредные измышления. Умница, наш ученый, теоретик. В молодости шалил, думал, потом поумнел, стал соображать. Верно? Верно. Мысли, они искривляют мозг, а соображение выпрямляет и способствует кровообращению. Потому что, когда я занимаюсь теоретическим... Супруга ученого. Быстро. Быстро. Сейчас, секундочку. Вот они, красавцы. Иди сюда. Здесь живут, здесь же и работают. Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? Фридриксон, тебе нужна свобода. Мне? Ну что вы, зачем? Может быть, вам, сударыня? Зачем мне свобода? Я замужем. Маленькая. Иди сюда. Иди сюда. Мальчик, тебе нужна свобода? Не знаю. Может быть, и нужна. Что ты мелешь? Не смей бить ребенка! Ну-ну-ну-ну-ну! Тихо, тихо! Вот дай им свободу. Они передушат друг друга. Перегрызут. Они не виноваты. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться. Не любите вы людей. Не любите. Хотите им нового счастья. Они старым дорожат. Фридриксон, иди сюда, садись рядом. Ну, как вообще? Ты всем доволен? Да, очень. Вот сейчас особенно. Обиделся? Ну, почему? Тогда снимай штаны. Не надо. Надо. Чтоб вы поняли. Давай, давай, давай. Я хочу.
хочу посмотреть. Больно. Вот сейчас очень. Но я прав. Абсолютно. Иди, родной. Быстро! Мальчик мне будет мстить, когда подрастет. Понял? Нет! Моя! Дядь! Нет! Бери руки, паскуда! Нет! 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 Хотите попрощаться с девушкой, ради которой идете на смерть? Попрощаться с девушкой? Что? Ради которой идете на смерть? Конечно. Мальчик, Эльзу.
общем и в целом должно получиться. Конечно, еще волнуется, нервничает. Все-таки в первый раз, но сделает, сделает. Я уверен, сделает. Начинаем прощание с девушкой. Ушли все лишние, сами себя задерживаете. Ушли все лишние. Ушли все лишние. Как дети, честное слово. Господин Ланцелот, мне разрешили попрощаться с вами. На прощание я хочу сказать вам. Я люблю вас. Вам так кажется? Если бы вы узнали меня поближе, вы бы увидели, какая я мерзкая, отвратительная, глупая. Барышня, скажите мне еще раз это слово. Мне так нравится. Барышня, вы добрая и умная. Нет, я дура. Чего она делает? Постепенно приручает. Скромная девушка, внушает доверие. Да. Плохо, что у него прощание с девушкой. Если бы он согласился на парня, у нас есть такой лесоруб. Никакой флейты не надо. И если я проиграю бой с драконом, все это еще на 300 лет. Так что мне лучше исчезнуть сейчас до боя. И пусть придет кто-нибудь другой. Кто умнее меня, сильнее. Кто не влюбится в первую встречу? Барышня. Что он там ей проповедует? Что он может сказать? Мир прекрасен, любовь бессмертна. Буквально вот-вот и наступит счастливая жизнь. Я знаю, что вы сейчас должны сделать. Не бойтесь. Я не боюсь, я теперь смелая. Главное, чтобы вы теперь стали таким, как я. Вы же самый сильный рыцарь. Вы такой, такой благородный. Даже за цыган заступились. Вы самый-самый такой замечательный. Сильный. Правда? Ну, конечно. Умный. Потом такой красивый. Такой мужественный. Вы же Ланцелот. Родственник того самого. И дети ваши будут Ланцелоты. Вот увидите. Вы талантливый. Вы рыцарь. Да. Я вас полюбила, у меня теперь есть кого защищать. Спасибо, родной мой. Все. Вышла на поцелуй. Так. Сударыня, благодарю вас. Вы свободны. Молчи, звероящер, я тебя больше не боюсь. Че это? Главное, перед этим пробовали, все получалось. Встать. Ноги на ширину плеч, шире, руки по швам, глаза закрыть. Куда? Куда? Все пошли вон! Эльза, домой! Быстро! Запомни, пожалуйста, чем бы ни кончился этот бой, ты уже победил. Иди, победил. Ну что, господин дракон, будем драться или поверим девушке на слово? Хорошая шутка перед смертью. Стой здесь и жди. Когда начну, не скажу. Настоящая война начинается в
друг. Они лучшие оружейники города. А? Смелые люди, но всего боятся. Эй, ребята! Нашелся человек, которому нужен меч. А, случилось? А я что говорил? Вот вещица. 300 лет пролежала, кому не предложу, никто не берет. На! Держи! Ну как сделать, чтобы дракон опустился на землю? Иначе его не достать! Драться надо в воздухе! А это невозможно! Да! Невозможно! Летают только птицы и драконы! Да! Нет, иногда летают и люди. Да! Он! Он! Наш воздухоплаватель. 24 года назад окончил университет с отличием. Но с тех пор ни разу не летал. Сразу ушел под землю, даже не защитив диплома. Но с отличием? Да. А диплома не защитил. Подожди. Ненавидит всех драконов, нашего в особенности. Ушел под землю, но с какой целью? Вполне определенной. Птица наша, птица. Пора. Все, пошел на разбег. Thank you.
Остановиться и исчезать! Давай! Руби ленточку, академик! Считают, что это хвост, но, по-моему, он потерял голову. Какую? Главную. Добрый день, господа. Или это ночь? Не понимаю. Ночь. Вы не скажете, что происходит там, наверху? Я последнее время стал плохо видеть. Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит. Но я историк, архивариус, вы понимаете? Господа военные, мы с вами не в игрушки играем. Ни в крестики-нолики, ни в прятки, ни в салочки, ни в горелки, ни в фантики. И не в эту игру, как ее, это, кольцом-то, которую, ну, дергаешь-то, черт ее, не помню сейчас. Мы с вами обсуждаем вопросы государственной важности. Господин дракон, безусловно, непобедим. Хотя злые языки говорят, что, ну, что дескать... А кто у нас отвечает за злые языки? Разрешите? Слушаю. А злые языки говорят, что господин дракон потерял голову. А вы что говорите? Мы говорим, что дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу ее же пожеланиям. А злые языки что? Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице. Откуда же они все это видят? Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят. А сколько у нас всего открытых окон? Все открыты. Ни в чем меры не знаем. Ну что же, открытые окна будем закрывать. Эльза! Эльза! Папа, не волнуйся, у меня все хорошо, все в порядке. Я не волнуюсь. Как ты себя чувствуешь, дочка? Ты здорова? Эй! Осторожнее. Если еще раз появитесь без повязки на улице, передам глазному врачу. А, да, конечно. Thank you.
наверное. А почему? Потому что некого. Долой дракона! Кого? Дракона. Равенство и братство! Братство. Хорошо, когда свобода. О! Свобода. Свобода. Свобода! Свобода! Есть свобода! И свободу. Почему я везде расписывался? Сжечь! Сжечь! Что творят дармоеды? Сжечь! Папа, скажи, что делать? Что делать? Все рухнуло! Рухнуло все! Что рухнуло? Тело дракона, оно упало там, в болото, за мельницей. И три головы! Так этого надо было ожидать. А где четвертая? Какая четвертая? У Ланселота, у него же тоже была голова. Где она? Откуда я знаю? Папа, народ безумствует. Я тоже сойду с ума! Раньше надо было сходить. А теперь с вас спросят, кто в трудные годы прислужничал, а кто болел душой, не жалея здоровья своего, понимаешь? Все в болото. Нормальными людьми.
не нашли победителя дракона. Не нашли. Нашу гордость, нашу доблесть, нашу славу. Ну что же, не там ищите, следопыты. Стоп, минуточку. Что вы поете? Ораторию? Да? А я вот думаю о другом. Может быть, уже пора цыган разрешать? Что скажете? Президент, вольного города прибыли в ратушу. Пришла приветствовать своего освободителя. Это приятно. Старейшие горожане прекрасно помнят, как вы в прошлом году в неравном бою победили дракона. И это приятно. Ну как, дорогие земляки, будем жить дальше? А? Кто из вас старший? Кто у них старший? Они все. Как все? Не, должен быть старший. Тогда вот, он хуже всех слышит. Иди сюда. Не стесняйся, иди ко мне. Иди. Давно хотел тебя спросить, как жить дальше? Я говорю, как жить дальше нам? Ты меня помнишь, молодым? Не помнишь? А чего ты помнишь? Он ничего не помнит. А чего говорит? Молодежь. Подожди. Ты от их имени или про них? Про вообще? Тогда я сам скажу. Ты послушай. Иди, иди пока. Дорогие мои сограждане, я про себя, так сказать, скажу. Кем я, так сказать, был при драконе? Ну, кто я? Сумасшедший. Простым сумасшедшим. Но я рос, я развиваюсь, каждый день я развиваюсь, и теперь я как он, то есть как, ну, вы, как вообще, так сказать. Потому что наша, ну, соединенность наша направлена человечески, она когда массовость, когда эти, убери вот сюда, убери. Как верно сказал сейчас вот этот ушедший дедушка, молодежь, говорит, именно молодежь, понимаешь, когда дает нам она силы этих годов, да, значит, от вашего имени, говорит, пора жениться. Невеста выздоровела, жених созрел, понимаешь? Поэтому приглашаю вас на свадьбу к себе, понятыми. Ох, кто к нам пришел? Ох, кто к нам пришел? Здравствуй, тюремщик.
Ваше превосходительство. Тюлем. Зига. Ваше превосходительство. Родной ты наш человек. Дорогой ты человек. Любимый работник. Ну что ж, господа, не ждите указаний. Сами. Сами. А как? Прости. Ну, кудрявый, то вы тут наваляли. Показывай. Вам кого? Ты что, заболел? Паскуда. Ну, я тебе так скажу. Дорог в тюрьму не очень, но зато здание само хорошее. Чем? Глубокое. Этажи внизу, фундамент сверху. Что в здании? Сидят. Кто? Почти все. Это правильно. Так. А это для чего? Это для твоего бывшего помощника. Показываем твой портрет, и он мучается. Сильно мучается? Очень. А если на него мной живым попробовать? Чего же он радуется? Это он думает, что тебя тоже посадили. Ну, в общем, интересно у тебя здесь. Да, интересного много. О нем сведений нету? О нем нет. Птиц допрошу? С этого начал. Что птицы? Свистят. Один попугай соглашается. Ты ему видел? Он говорит, видел. Ты ему Ланцелота? Он говорит, Ланцелота. Ты ему где? А он... Я давно говорил, попугаи у нас не приживутся. Еда, как ты просил. Хватит на неделю. Что слышно в городе? Музыку. Готовятся к свадьбе. Эльзу выдают за победителя дракона. Народ ликует. А она? Три головы упало, а выросла тысяча. Я ухожу. Куда? В никуда. Зато на всю оставшуюся жизнь. Мы так и думали. Кто? Те, кто тебе помогал. Передали из тюрьмы. Просят поменять имя. Хорошо. Я больше не Ланцелот. Помянем имя смелого рыцаря Ланцелота. На. Я неизвестно с кем не пью. Стой! Я тоже. Девочка моя, тебе повезло, ты теперь опять невеста. Это такая должность, такая должность. Сидеть! Эльза, мы так рады, будешь президентшей. Все-таки лучше, чем дракон. Нормальные руки, ноги, может быть, и все остальное. А то, что он старый, тоже неплохо. Имеешь право на любовника. Ты сможешь сделать много добра. Попроси мужа, пусть он уволит начальника моего папы, а самого папу назначит своим начальником. Господин! Господин президент! Господин президент! Наступает момент, когда отступает страх. Господин президент! Вы сами отец и должны понимать, что всему есть предел, есть черта, за которую переходить никому не позволено. Папа. Нет. Да. Поцелуемся. Не надо. Надо. Традиция. Да. Неудобно. Слушай, Шарлемань, то, что ты меня пришел поздравить,
Это правильно. Это я понимаю. Но скажи, Эльза, нас с тобой любит? Нет, она в отчаянии. А ты? И я в отчаянии. Как себя чувствуешь? Хорошо. Это приятно. А ты говорил... Кстати, баба, ты знаком с тюремщиком? Нет, очень мало. Ничего, будет время, познакомишься. Взять? Что значит взять? Как что так сразу взять? Иди отсюда, иди! Совсем с ума сошли! Одно, когда неясно человеческие, связанные с нечеловеческими. Слушай, папа, ты должен научиться на свадьбах радоваться. Если будешь скучным, то я все равно на ней женюсь, но уже как на сироте. Я для тебя многим рисковал, когда гонялся с драконом, потом еще его убивал. Извините, господин президент, но я в это поверить отказываюсь. Не отказывайся. Честное слово, не смогу. Сможешь. Я тоже не верил, но когда сначала факты, потом очевидцы и сам покойник, я говорю, кто тебя убил? Он говорит, ты. Вы? Мы. Наши полководцы подробно разработали план прошедшего сражения. Обрати внимание, вот здесь у нас было особенно трудно. Ну как, теперь ты мне поверил? Нет, это выше моих сил. Он просто не хочет, набивает цену. Ну ладно. Получишь государственную вознаграждение, а сейчас или посмертно, решай сам. Счастливая невестка! А что поделаешь? Тут ничего не поделаешь. Тут, знаете, ничего не поделаешь. Плутовка, шалунья! Ты меня слышишь? Не слышишь, но это не важно. Когда этот белобрысый тебя спросит, согласна, скажи согласна. Можешь сказать? Не можешь, но это не важно. Тогда кивни. Хотя это тоже мажордом. Объявляй, а то невеста нервничает. Он не мажордом. Я знаю. Я шучу. Убивайте меня. Пожалуйста. Граждане вольного города, начинаем наш светлый праздник любви и согласия. Туда! Назад! Там Ланселот! Назад! Шевели пальцем-то. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Ты мерку снимал, что оно у тебя ненавидчивается? Ваше превосходительство, охрана разбегается. Тюремщик ко мне. Он первый сбежал. Что, он с ума сошел? Сегодня жал не платит. Опомнитесь, ваша светлость. Ланселот освободил своих сподвижников и сейчас будет здесь, вооруженный. Убил. Вот, кстати, и он. Здравствуйте, долгожданный. Вот какой. А мы как раз о вас говорили. Многие сомневались, придет, не придет. А я говорю, вы его плохо знаете. Вот и невесту для вас подготовили, и кольца лично сам примерял. Вот, ребят,
Смотрю я на вас и думаю, хорошо все-таки, что мы все из одного города. Это в самом деле ты? Ты не похож на прежнего Ланселота. Улыбнись нам, пожалуйста, если тебе не сложно. Я разучился улыбаться, Эльза. Я был призван на службу, а дальше, как все, служил честно, но деньги брал. Понимаете? Все брали. И... Меня еще в молодости завербовали, и я... Что я могла сделать? Что? Не смотрите так, дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником? Скотина. Потому что так учили. Вы плачете, Фридрихсон? Да. От счастья, господин Ланселот. Вы также плакали от счастья при виде дракона и кричали бургомистру: «Слава тебе, победитель!» Да, кричал. Вы же знали, что дракона победил не он. Дома знал. Дома мы знали. Но когда при всех, когда вот эта вся обстановка, да, когда все вместе, да, вот тут все плакали от счастья. Мы были искренни, господин Ланселот. Ведь кого-то надо любить. Ну, что нам делать, господин Ланселот? Встать. Вы же свободный человек. Да вы что? Вы что? Вы уже год как свободные люди! Вы же свободные люди! Встать! Вы рабы! Вы не люди! Вы бараны, стадо скотов! Ну поймите же, он здесь! Я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона. В себе! В себе вы это понимаете? Эльза, ко мне сюда! Ну! Будешь моей женой! Не сердитесь на нас, наш новый господин. Они обязательно полюбят вас. Но на это нужно время. Будьте терпеливы. Я имею право вам это сказать. Я опять сошел с ума. Но теперь не притворяюсь. Холодно с вами. Очень холодно. Зима будет долгой. Надо приготовиться. Thank you.
Что, прохожий? Все сначала? А? Может быть, не сейчас? Все-таки дети. Потом. Нет, сейчас. Ну, значит, теперь ты начнется. Самое интересное. Готовь!